Цукровий діабет – тяжка, страшна хвороба зі своїми наслідками. Часто вона з'являється неочікувано, і від того, як ми будемо до неї ставитись, залежить якість нашого життя. Сьогодні говоримо про цукровий діабет. Олена Агафонова сьогодні у нашій студії, кандидатка медичних наук, доцентка кафедри педіатрії та медичної генетики Дніпровської медичної академії, та Вікторія Єнговатова, завідувачка обласним дитячим ендокринологічним відділенням, експертка з питань дитячої ендокринології Департаменту охорони здоров'я міста Дніпро. Рада вас бачити сьогодні. Справді, така тема, як цукровий діабет, вона завжди усіх хвилювала в різні часи, і справді людство завжди звертає на неї увагу. З приводу цукрового діабету в Україні та нашій області, яка ж є на сьогодні статистика? Будь ласка. Что касается сахарного диабета, то это очень актуальная проблема во всем мире. И на сегодняшний день у нас в Украине более 1 300 000 пациентов, страдающих этим заболеванием. Что касается детской статистики, то это более 9 000 пациентов с сахарным диабетом на 1 января 2019 года. У детей и у взрослых это несколько разное протекание сахарного диабета и разная градация между типами. На это стоит обращать внимание, поскольку у детей в 90% случаев встречается сахарный диабет первого типа, который связан прежде всего с инсулиновой недостаточностью. И терапия такого заболевания – это заместительная терапия инсулином. В отличие от взрослых, в подавляющем большинстве случаев которого это диабет второго типа, связанный чаще с вредными привычками, с неправильным образом жизни. А які причини, саме ті причини, які спровокували виникнення хвороби? Чи можна про них зараз трошки сказати? Щоб люди розуміли, на що треба звертати увагу і не допустили цього захворювання у своєму житті, в своїй родині взагалі? Первый тип сахарного диабета – это диабет, имеющий генетическую природу, предрасположенность, которая может себя реализовать. И, к сожалению, на данном этапе развития науки и медицины эти вопросы трудно спрофилактировать и трудно предсказать развитие такого диабета в семье. Это то, что мы говорим, касается детей. Угу. Что касается второго типа, то это совершенно другая ситуация. Тобто там еще можно якось регулювати, так, а те, що генетично запрограмовано вже, ну, що тут можна зробити, але можна якось, можливо, розуміючи, що може бути з вами це, так, не допустити тяжкого протікання хвороби, так? Ви від першого типу? Перший. Ми зараз про перший поки що говоримо. Що стосується першого типу, то можна, звісно, при допомозі правильного образу житті оттянуть вот этот момент дебюта сахарного диабета, и, может быть, даже эта предрасположенность не реализуется. Можливо, но, будет и так это. Да, но мы не знаем, есть у ребенка предрасположенность или нет, к сожалению, потому что если раньше, когда мы выявляли ребенка с сахарным диабетом, мы спрашивали, есть ли в семье родственники больные, мы находили больных, а сейчас у нас появляются такие случаи, когда мы просто родословную собираем, составляем вот это родословное дерево, мы не находим в семье больных с сахарным диабетом. А дитина все одно А ребенок, да, и ребенок имел предрасположенность генетическую. Угу. Поэтому нужно всем вести образ жизни, который поможет не допустить или хотя бы оттянуть развитие. Наприклад, ну от якими саме, чи дієтою, чи харчуванням, чи чим, от чому діти, хтось страждає, а хтось ні, хтось зовсім ніяк не відчуває, так? А комусь от проблема вже в такому ранньому віці. Расположенность может и не реализовать себя. И профилактическими мероприятиями в этом плане это, ну, общие, скажем, такие мероприятия. Это здоровый образ жизни родителей, это правильное питание родителей, молодых родителей, которые, у которых будут или уже есть дети. Да? Это здоровое питание, поддержка грудного вскармливания для детей младшего возраста и профилактика инфекционных заболеваний. Детские инфекции, часто управляемые инфекции, такие как ветряная оспа, эпидемический паротит, являются часто триггерным пусковым механизмом к развитию сахарного диабета у ребенка. Тобто навіть це може спровокувати. Бачите, треба бути настільки обережним, да, навіть тоді, коли дитина ваша хворіє на звичайні, так би мовити, захворювання, так, які усі повинні пройти в своєму житті. Ну, сейчас є вакцини, є вакцинація проти корі, проти ветряної оспи. Тобто ребенок должен бути вакцинирован, це теж допоможе не реалізувати
піддаватися сахарному діабету. Ну, справді, якщо в легкій формі дитина переживе, так, перенесе це захворювання. Ну, вітряна віспа, ми ж бачимо, як діти в дитячому садочку так ходять там з плямами, і нібито як спеціально батьки подеколи так провокують, підносять до тієї дитини, так, щоб в такому віці краще вже перенесла. Да, це буде залежати від імунної системи дитини, від свойств віруса, от того, как они прореагируют, иммунная система вируса, от состояния поджелудочной железы. Там неизвестно, насколько уже произошли там изменения, да? Потому что сахарный диабет, 10% рабочих клеток остается в поджелудочной железе, и еще нет клиники сахарного диабета, а уже 90% поражено. Это можно побачити, так, виявити от так на ранніх стадіях, щоб потім ця хвороба не провокувала так сильно людину. В настоящее время есть клинические международные исследования, которые направлены на то, чтобы применять определенные препараты, в том числе препараты инсулина пациентам, у которых уже спровоцирована наследственность. То есть в семье есть случаи сахарного диабета первого типа. Однако, конечно, это еще не получило масштабного такого применения. Это на уровне исследований. Ну, мы надеемся, что эти вещи не в скором будущем будут доступны. Ну, це ж років 20 треба провести, конечно, ці дослідження, щоб, конечно, потім зробити висновки, так, щоб не нашкодити нікому, звичайно ж, так. З приводу цукрового діабету, особливо, якщо це стосується дітей, це взагалі дуже для батьків страшний шок, коли вони розуміють, що от дитина захворіла, і від чого, і як, і незрозуміло, і починають потім лікуватися, так, приходити до лікарів. Треба ще їм розуміти, як же правильно дитину налаштувати на усі правильні моменти в своєму житті. Тобто дитина повинна дуже чітко розуміти, в який час її ліки приймати. Так? Як саме ставитись до всього солоденького. Тобто це ж діти, вони це все люблять, але їм треба розуміти, що їм треба робити. Як саме налагодити оці стосунки між дорослим і дитиною, і так, щоб дитина свою хворобу пережила краще, легше для себе. Сахарный диабет – это болезнь не только ребенка, это болезнь всей семьи. Это так. Определенный образ жизни. И когда такое случается в семье, это международная мировая практика, подход к этому заболеванию комплексный. То есть когда есть понимание между родителями и детьми и понимание врача, да, то, что хочет и рекомендует врач, тогда есть эффект от лечения. У нас есть специализированные отделения, они по всей Украине, и в том числе у нас в городе, где мы учим этому. Эти дети наблюдаются у нас, и очень большая роль отводится школам самоконтроля, где мы обучаем, как правильно кушать, как считать углеводы, как рассчитывать свою необходимую дозу инсулина. И, конечно, эффекта мы добиваемся только в тех ситуациях, когда эти вопросы поддерживаются семьей, когда то же самое, что мы рекомендуем ребенку, выполняется и всеми членами семьи. Поддержка семьи – это самое основное. Я, знаете, хотела еще додати, что, справді, коли дитина маленька, можливо, легше її навчити, так, неприйняття вже в підлітковому віці відбувається, коли вже старші діти, вони не так багато авторитетів, у них є щось особливе для себе, вони для себе визначають, і вони вже можуть. Але вони свідомі, вони вже дорослі. І от з дорослими теж своя, мабуть, є практика спілкування з такими підлітками. Так? Ну, во-первых, у них взагалі така методика або поведіння отрицання всього. Так. І в тому числі свої болезні. Крім того, сахарний діабет в підростковому віці, він теж має свої особливості. И по течению, по назначению инсулинов, по назначению лечения. И, конечно, с подростками тяжелее, потому что они, ну, не доверяют, что ли, они отрицают свою болезнь и стараются все-таки вести такой образ жизни. По-своему сделать еще. Как все. Но здесь действительно нужно, чтобы был вот этот комплайнс, согласие в семье, потому что невозможно, если ребенок болен сахарным диабетом, и он не ест определенную пищу, ну, например, эти все любимые всеми пирожные, тортики, печенье, а второй ребенок в семье ест при этом, ну, это взагалі, на глазах, так, или родители еще. То есть, если это диета ребенка, то ее должны соблюдать все. Только в этом случае будет, и подросток в том числе будет, в общем-то, соглашаться. Но я думаю, что для подростков еще и нужна особая психотерапия, особенно для детей, не только с сахарным диабетом, а вообще с хроническими заболеваниями. Угу. Ну, про це теж треба батькам пам'ятати, ну, і дітям в тому числі теж, бо справді
насправді це ж їхнє здоров'я. Їм далі йти у доросле життя, так? А ось тут якраз закладається в цьому віці. Там 13, 14, 15 років. І все. Якщо вони цей момент десь зіпсують, буде вже тяжче потім у дорослому віці налагоджувати те, що можна було зробити прямо зараз. Да, ну, к сожалению, слід вспомнити даже себе в подростковому возрасті. Так, це когда вже... кажется, что вот у меня все будет хорошо, болеют все остальные, но не я и так далее. То есть это очень сложный возраст для всех заболеваний, в тому числі для сахарного діабету. З приводу дієти, хотілося б теж почути декілька слів, якою ж вона повинна бути для людей з захворюваннями, ну, та різного типу, цукрового діабету, я маю на увазі, так? Это прежде всего ограничение быстроусваиваемых, так называемых легкоусваиваемых углеводов. Это сахар, это все, что с ним связано, то есть сладкие напитки, выпечка, продукты, которые содержат большое количество жиров, животных жиров. То есть вот эти продукты, конечно, ограничиваются, а и достаточное количество клетчатки растительной, количество белка, необходимое ребенку. То есть это сбалансированное питание вот такого плана. Угу. А як перевірити, чи є у вас ймовірність захворювання на цукровий діабет? От ми знаємо, що є спеціальні засоби, які зараз доступні, можливі для будь-якої людини, яка може просто от зробити там невеличкий аналіз для себе, так? І розуміти, що все добре у мене, все нормально. Які ще, можливо, треба здати аналізи загальні, так? Але ж ми всі нібито кожного року повинні перевірятися, але не завжди так виходить, особливо у дорослих людей, так? Який ризик, який вік є ризикованим для людини, коли вона може захворіти на цукровий діабет? Как есть такая фраза экспертов ВОЗ, что сахарному диабету подвержен любой возраст. Будь-який век. И сейчас сахарный диабет встречается у детей, ну, начиная, в общем-то, до года и выше. Количество детей, которым впервые поставлен сахарный диабет в возрасте до 6 лет, в последние 5 лет выросло на 30%. И здесь, наверное, самое основное – это обращать внимание на те симптомы, потому что первый тип сахарного диабета – достаточно быстро развивающееся заболевание. От момента симптомов до клиники. А какие это? Можете сказать, это учащенное мочеиспускание, это большое количество мочи, это появление недержания мочи у ребенка, у которого не было до этого таких симптомов. Это жажда, это похудение, которое параллельно может сопровождаться повышением аппетита у такого ребенка, слабость, вялость, какие-либо гнойничковые заболевания кожи, слизистых оболочек. То есть вот эти все симптомы, они должны насторожить родителей и быть поводом для обращения к врачу. Простые банальные анализы крови и мочи на сахар смогут в этом помочь. Пані Олено, я от хотіла запитати вас, от у вас вже такий досвід роботи, справді колосальний, і за ось висновками тих дітей, тих людей, які приходять до вас, можна сказати, що якщо вони кожного року вчасно приходять і здають аналізи, то легше з цими людьми потім виявити хворобу, потім їх лікувати, потім дивитися взагалі загальний стан їхнього організму. Так? Тобто, якби людина завжди приходила вчасно і розуміла, що з нею відбувається, що з її здоров'ям не так, то, мабуть, было бы легче, так? Конечно. Я вот хочу как раз сказать о сахарном диабете второго типа, который выявляется очень плохо. И чаще всего он выявляется на стадии, когда уже есть осложнения. Вот по этим осложнениям начинают дальше раскручивать, почему ухудшилось зрение, почему есть какая-то патология почек. И выявляется, что у этого пациента есть сахарный диабет второго типа, и болеет он уже не один год. В нашей области было проведено исследование, просто определяли уровень сахара крови в крови у людей от 20 до 65 лет, и оказалось, что больше 8% людей живут, не зная о том, что у них повышенный уровень сахара, то есть сахарный диабет. И достаточно просто один раз в год сдавать анализ крови, определять свой уровень сахара в крови. И если это случилось, то нужно еще обратиться все-таки к врачу, нужно обратиться обязательно к эндокринологу, независимо от того, это взрослый или ребенок, потому что, к сожалению, наши пациенты в последнее время больше доверяют интернету, чем врачам.
Это жах просто, да. Да, они начинают читать какие-то советы, которые еще больше, еще дальше отложат вот этот визит к врачу, а визит к врачу и назначение препаратов в случае сахарного диабета второго типа, взрослого типа, это не обязательно инъекции инсулина. Это могут быть таблетки сахароснижающие, ну, различные другие препараты. И вот чем раньше будет начато это лечение, чем раньше пациент будет вести здоровый образ жизни, тем у него не будет осложнений, тем лучше будет качество его жизни. И профилактика здесь очень простая. Это диета, естественно, возрастная, с ограничением, такая же, как у детей, с ограничением легко усваиваемых углеводов, жиров. А рекомендуется еще ходить 4-5 километров в день. Но это, к сожалению, в наших условиях очень добре, що ви сказали, бо зараз у нас діти отак от сидять у цих планшетах і в телефонах, і вони ж нікуди не відриваються. Сидять, лежать, я не знаю, там не ходять. Да, фізична активність, навіть если у пацієнта сахарний діабет первого типу, значить, при фізичній активності потребується менше кількість. Пані Вікторія, розкажіть тоді нашим глядачам, якщо діти будуть вести здоровий спосіб життя, якщо вони будуть бігати, якщо вони будуть ходити на фізкультуру, якщо просто будуть нормально жити, то вони, можливо, і не захворіють ніколи. Звісно, зараз, якщо звернути увагу на в школах, в дитячих садах, на діток, дуже багато дітей з збиточною масою тіла. Збиточна маса тіла, ожирення – це перший шаг на пути к развитию сахарного диабета. Поэтому элементарные правила по питанию, по физической нагрузке – это профилактика развития сахарного диабета второго типа. Да? И что касаемо деток первого типа, в настоящее время у нас имеются все средства для того, чтобы контролировать сахарный диабет, вести достаточно активный образ жизни деткам, которые находятся на постоянной инсулинотерапии. Я еще хотела еще сказать, знаете, но життя ж не завершится. Якщо навіть є проблема, то зараз можна покращити якість життя з будь-якою хворобою. Людина може нормально себе почувати. Ось я хотіла підтвердження почути від вас, буквально декілька слів, справді. Якість життя, от якою вона повинна бути у людини, яка хвора на цукровий діабет, якщо можна коротко? Ну, якщо я в другому типі, то, к сожалению, як виходить, сахарний діабет второго типу, у нас пацієнти, які слідять за собою хорошо, і вони починають получати дієту, двигатися активно, слідити потрібно за своїм артеріальним давленням, за рівнем холестерина, за весом, звісно. И вот это все начинается уже после того, как выявили сахарный диабет второго типа. А вот если бы это все началось до того, то можно было бы тогда развитие этого диабета, да, избежать. И вот я хочу пожелать всем вести такой образ жизни, активный, и соблюдать диету, независимо от того, есть у них сахарный диабет или нет второго типа. Вот я, наверное, отдельно хотела бы сказать такое спасибо нашим родителям, нашим пациентам, которые с сахарным диабетом первого типа, за тот их ежедневный труд, который они, в общем-то, те рекомендации, которые они выполняют ежедневно, помогают им сохранять вот то, о чем мы говорим, качество жизни. При соблюдении всех правил и рекомендаций это абсолютно достижимо. Наши дети, ну, это примеры этому, они занимаются спортом и танцами, и поступают в те учебные заведения, в которые они хотят. То есть ведут активный, полностью социально активный образ звичайний жизни. Активный, звичайный способ життя. Да. Это еще раз наголошено. Дякую вам, что пришли хочу сегодня. Хочу добавить, и выходят замуж, и женятся, и рожают детей. Справді, ну это же найголовніше. Так, чтобы потом життя склалося, чтобы они были счастливыми, здоровыми, справді, наповненими життям. Так, и так и треба жити. І не допускати до того, щоб ваша хвороба була, щоб ви треба, щоб ви просто були здоровими. Дякую вам. Дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. А ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин.